С давних пор люди мечтают узнать свое предназначение в жизни. Можно заказать гороскоп, можно погадать на кофейной гуще или обратиться к экстрасенсам. Но, может быть, стоит подойти к этому вопросу научно? Дерматоглифика – это наука об отпечатках пальцев, о их связи с вашим здоровьем и с чертами характера. Что же это такое? Поможет нам в этом разобраться Алена Волкова. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Алена, вы представитель компании InfoLife. Что это за компания, чем она занимается? Мы представляем тестирование по отпечаткам пальцев. Мы делаем отчет о ваших способностях, талантах, заложенных природой. Все ваши... Отчет ФСБ? Нет, совершенно нет. Ваши данные отправляются на сервер обезличенные. Вы можете соврать о вашем имени, нам придет только биометрические... Мы чаще всего время о своем возрасте. Да, можете о возрасте. Нам придут биометрические данные, и по вашим графикам мы будем судить, какой вы человек. Миссия компании InfoLife – увеличить число изобретателей, чемпионов, профессионалов своего дела. Компания InfoLife занимается тестированием способностей по отпечаткам пальцев и помогает подрастающему поколению определиться с будущими способностями, заложенными от природы. Тестирование InfoLife востребовано не только у детей и школьников. Узнать свои способности и развить свои таланты могут взрослые люди, активные, заинтересованные в саморазвитии. Также методика InfoLife идеально подойдет людям, которые попали под сокращение и хотят найти правильный путь для переобучения и большей реализации своих способностей. Моей дочери 13 лет. Наш папа мечтает, чтобы она стала стоматологом и когда-нибудь открыла свою клинику. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ребенок развивался в направлении телевидения. Но я не хочу настаивать на чем-то. Когда я спрашиваю у Ванессы, чем бы ты хотела заняться, она говорит: мам, я не знаю, я хочу быть и уличным художником, мне нравится и то, и другое. В общем, она не знает, в каком направлении двигаться. А ей уже 13 лет. И нам уже нужно задумываться о нашей будущей профессии. Поэтому я пригласила на нашу программу свою дочь Ванессу и хотела бы, чтобы вы протестировали ее. Да, конечно. Очень интересно будет провести ей тест, и мы обязательно поможем. Раскроем потенциальные возможности и таланты. Здравствуй, Ванесса. Будем делать тебе тестирование по отпечаткам пальцев. Я сниму сканером 10 пальчиков. Разработка тестирования проводилась на протяжении 9 лет. В основе работы программы InfoLife лежат труды российского ученого Александра Зубарева, в которых он провел исследование особенностей более 6 тысяч людей. Сумел выделить зависимости между отпечатками пальцев и способностями к работе и спорту, предрасположенности к болезням, особенностям поведения и психологии человека. Что такое тестирование InfoLife? Это новый способ обнаружить в себе скрытые возможности по отпечаткам ваших пальцев. Каким видом спорта стоило бы заняться? Какую работу выбрать? С кем строить отношения? Насколько здоров ваш организм и ваша душа? Узнать, какие способности заложила в вас природа, вы можете в любом возрасте. Пройдите тест прямо сейчас. Все, создаем отчет. И сейчас мы узнаем из отчета ее профориентацию, спорт, здоровье, физиологию и психологию. Здесь на рисунке я вижу какие-то петли. И говорят, что эти петли там не у всех. Что это такое? У вас преобладают завиточки. Кстати, завитки – это сложная личность, а также разносторонние. Здесь завиток, тут завиток, тут завиток и тут завиток. Походу, я будущая императрица. И таких людей, как вы, на Земле всего 1.5%. Довольно редкий вид человек. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Ванесса была предпринимателем. Насколько у нее выражено это? Максимально выраженный показатель Ванессы – это администратор. Администратор в работе с людьми. То есть администратор, она может давать хорошо команды. Я люблю покомандовать. Сделай то, сделай это. Также средневыраженный инноватор, то есть новые идеи для нее очень. Ну, в свое время она даже придумала свой проект, и когда я сказала: дорогая моя, ты же знаешь, что мы телеканал коммерческий, и ты должна. Она говорит: знаю, знаю, я должна написать сценарий, я должна разработать стратегию, найти спонсоров. Отлично. Ванесса относится к реалистическому типу личности. То есть она очень активна, целестремленна, порой до агрессивности. То есть ей нужно, чтобы все было по полочкам разложено. Вот, она ориентирована на результат.
А вот какой все-таки профессии? Артистический у нее тоже, кстати, на высоких показателях тип личности. Ей будет легко работать на телевидении. В принципе, ей не обязательно быть телеведущей, чтобы общаться с людьми. Она же может быть какую-нибудь другую профессию. Да, я буду администрировать на съемочной площадке. Значит, я буду режиссером. Творчество у нее стоит на очень высоком показателе. Банесса считает себя очень спортивной девочкой. Я могу сказать, что у нее, возможно, успех в таких видах спорта, как керлинг, гольф, боулинг, дартс. То есть у нее очень хорошее мышление, координация. Шахматы, шашки, бильярд, покер и спортивное рыболовство. То есть такие индивидуальные. Если будет играть в хоккей, то только на ворот. Да, ей будет проще заниматься определенным делом. Правда, я очень спортивная. И когда мы во дворе играем в футбол, я обычно стою на воротах. Но больше всего ей интересно проявлять свои интеллектуальные способности в видах спорта. То есть самый тот же бильярд, который основан на геометрии, да? Шахматы, которые основаны на логике и эрудиции. Когда мы дома играем в шахматы, я всегда выигрываю маму, папу, брата и сестру. Также в наших графиках вы можете узнать о состоянии здоровья. В группе риска у Ванессы это головной мозг, глаза, нервная система, спина, вот спина позвоночник. Да. Какому темпераменту можно отнести Ванессу? Сильный сангвиник. Очень сильный, энергичный человек. К вам притягиваются люди, вы можете вокруг себя организовать праздник. Вы всегда в гуще событий или на подходе к ним. К какому типу восприятия относится она? Вы знаете, да, человек делится на 4 типа восприятия. Визуал, кинестетик, аудиал и диджитал. Да. У Ванессы развито визуальное восприятие. То есть она смотрит на то, как на нее смотрят. Она очень заботится ей о своем внешнем виде. Ей очень красиво выглядеть, да. Да. Да, я очень люблю быть в центре внимания. Она будет стараться купить машину яркую, например, чтобы у нее были ботинки не черные, а какие-нибудь поярче и с каким-нибудь рисунком, может быть, вот так вот. Тревожность у нее также повышена, то есть, например, если в какой-нибудь стрессовой ситуации, она будет переживать больше, чем другие, да? Агрессивность на 20%, то есть не агрессивный человек. Воспринимаете, там, например, какую-нибудь нехорошую информацию, в принципе, с холодным сердцем, да, как бы. Ну, ее двойняшка Анжелика вряд ли с ней согласилась бы. Она бы сказала, что на первом месте стоит агрессивность, но это, наверное, только по отношению к ней. Потому что двойняшки, они насколько сильно друг друга любят, настолько они сильно и не терпят друг друга. Так же какая-то конкуренция. Анжелика моя сестра-двойняшка. Мне интересно, если она пройдет этот тест, у нас совпадут результаты или нет? Спасибо вам большое, Алена. Я думаю, что с Анжеликой мы тоже обязательно пройдем этот тест, и они будут конкурировать, у кого потенциал больше. Я возьму у Алены этот аппарат, и когда мама с папой будут спать, просканирую их. Они не смогут скрыть свои секреты. Наша программа подошла к концу. Смотрите нас каждый день на телеканале M-Television. Мне очень понравилось проходить этот тест. Я узнала очень много нового про себя. Я также узнала, что я очень творческий человек. Я могу быть уличным художником. Я поняла, что я плохо работаю в группе. Я всегда буду главной, как императрица. Всегда люблю покомандовать. Из-за этого буду, да, режиссером, буду на всех кричать. Пройдите тест прямо сейчас.